Меня зовут Наталья Королевская. Здесь все про красивые улыбки и имплантацию. Подписывайтесь. Да, сегодня отвечаю на самый популярный вопрос. А нужно ли удалять восьмые зубы? Если восьмой зуб нужен для поддержки высоты прикуса, для поддержки седьмых зубов, однозначно удалять его не нужно. Если восьмой зуб стоит в зубном ряду, не разрушен, участвует в жевании, у него есть антагонист, однозначно удалять его не надо. Если восьмой зуб не полностью прорезался, неправильно стоит, воспален, очень сильно разрушен, не участвует в жевании, мешает ортодонту проводить его лечение, однозначно восьмой зуб нужно удалять. Чтобы записаться на прием, вам нужно пройти консультацию, для этого пишите в директ. Удачной вам имплантации!